Христос воскресе! Мы с вами живем в мире, который оторван от Бога. Живем в мире, который не знает Бога, и поэтому в нашей жизни нет места божественной благодати и божественному свету. Но вот в день Святой Пасхи мы свидетельствуем сами себе и окружающему нас миру, что не умерло, не исчезло, не погибло с лица земли Царство Божие. И мы живем в мире, в котором воскрес Христос. Поэтому нет места ни отчаянию, ни унынию. Первые христиане приветствовали друг друга словами «Маранафа», то есть «Господь придет скоро, радуйтесь». Смысл нашей жизни – воскресение со Христом и в жизни земной, и в жизни вечной. Смерти для христиан не существует. Господь претворил смерть во встречу с собой. Поэтому дай Бог, чтобы в день Святой Пасхи мы укрепились бы духом, воспрянули бы сердцем и просветились бы светом божественной благодати. И чтобы эта благодать, эта сияющая с нашего сердца, касалась наших близких и вела бы нас к Богу. Христос воскресе! Воистину воскресе!